Здравствуйте, уважаемые любители европейских автомобилей! Сегодня я порадую вас разнообразием, сегодня я порадую вас изобилием, яркими цветами и расскажу о том, какие машины у нас заказывают сегодня по курсу 90 и какие автомобили мы привозим на продажу. Да, мы стали возить машины для продажи. Начну я с самого популярного автомобиля, это BMW X3, перед вами машина 2019 года. В очень хорошей комплектации, с относительно маленьким пробегом, этот экземпляр привезен для продажи. То есть мнение, что мы продаем какие-то отказные машины, на самом деле это неправда. Он был выбран нами на сайте Mobile.de, куплен у официального дилера, привезен для продажи, чтобы заработать денег. И сейчас эта машина доступна. Вы можете приехать, посмотреть, потрогать. Ценник, к сожалению, кусачий. Она куплена уже по тому самому курсу 90. Но, к сожалению, таковы реалии рынка. При реальном интересе всегда можно разговаривать. Впереди лето, наконец-то наступили прекрасные солнечные дни, а значит, настало время кабриолетов, настало время каких-то редких автомобилей. Мы рискнули и привезли для продажи вот такой вот автомобиль Z4. Это машина 2019 года. И ее ценник для подписчиков, ценник для наших клиентов 4 миллиона 650 тысяч рублей. Цены буду называть ниже тех, которые вы можете найти в интернете. Специально для того, чтобы наши подписчики, наши клиенты, которые смотрят социальные сети, могли иметь какие-то эксклюзивные, индивидуальные условия для покупки этих автомобилей. Посмотрите на эту красотку, посмотрите, как у нее открывается крыша. Наверное, каждому из вас уже захотелось прокатиться на этом кабрике где-нибудь по лазурному побережью. Это, конечно, идеальное условие. Друзья, этот автомобиль Mercedes, моделька GLE, с 3-литровым дизельным мотором, и вы не поверите, эта машина привезена на заказ. То есть машины продолжают заказывать, машины продолжают покупать, даже по такому, скажем, невыгодному курсу, как вы это называете. И вот этот вот экземпляр 2019 года, в комплектации, которую вы сейчас можете видеть на своих экранах, обошелся нашему клиенту в 6 миллионов 950 тысяч рублей. Да, это немало, да, это относительно дорого, но таковы реалии рынка. Если вы захотите что-то подобное привезти с реальным пробегом около 50 тысяч километров, ценник, к сожалению, будет таким. Еще одна машина, которая куплена нами, которая привезена для продажи, это Volvo XC60. И машина с 2-литровым дизельным мотором мощностью 197 лошадиных сил. Эта машина от обычной дизельной версии отличается тем, что у нее установлен дополнительный аккумулятор, который дает ей дополнительно 7 лошадиных сил, экономит дизельное топливо при низких скоростях в городе и тем самым помогает еще и быстрее ей разгоняться. Вот такой вот интереснейший экземпляр был привезен из Швеции. Как вы можете обратить, у автомобиля стоят белорусские транзиты. Собственно говоря, какие-то машины таможатся в Белоруссии, а какие-то машины, например, как вот этот вот GLE, как вот эти вот два шикарных автомобиля BMW были растаможены под полную пошлину в России. От чего это зависит? Если мы везем на заказ сегодня, мы все таможим в России, как, в принципе, было и в прошлом году. Если мы что-то везем на продажу, мы можем растаможить в Беларуси. Все это решается индивидуально, можно на эту тему разговаривать. Этого красавца вы уже видели, на нем мы останавливаться не будем. И переходим к флагманам, переходим к крокодилам, переходим к BMW X7.
который, собственно говоря, также был куплен для того, чтобы его продать, заработать денег. Этот шикарный шестиместный экземпляр, кстати, все автомобили BMW X7 имеют трехрядное расположение, их не бывает двухрядных. Шильдиком M50D, объем двигателя 3 литра, дизель, 400 лошадиных сил, 4 турбины. Отличный конфигуратор. И что интересно, машина была куплена еще по старому курсу, и когда курс поменялся, ценник вслед за курсом изменен не был. Поэтому на сегодняшний день ценник очень вкусный, ценник очень сладкий. Это 8 600 000 рублей. По сути, это будет либо первая цена по России, либо, может быть, даже дешевле самой первой цены. В общем, не знаю, будет ли эта машина на момент выхода этого видео в продаже, но сегодня она есть, сегодня она доступна, когда я снимаю эти автомобильчики. BMW, пятерка, Touring, Белый сарай, Alpine Weiss, M-пакет. Что может быть лучше, что может быть эталоннее, чем этот Touring? Именно с такими автомобилями у меня ассоциируется Германия. И именно таких автомобилей на дорогах Германии огромное количество. Автомобиль привезен, кстати, из Австрии. Австрия. Трехлитровый дизель, 320 лошадиных сил. И по нашим меркам, конечно же, не маленький пробег. Кто-то скажет, он огромный. Но именно таких денег сегодня будет стоить машина с таким пробегом. Если везти на заказ, может быть, и еще дороже. А именно за 2019 год придется выложить для подписчиков, пусть будет 3 300 000 рублей. Для вас, как всегда, самые выгодные условия. Спортивный салон, комфортный доступ, шикарный адаптивный свет. В общем, машинка в наличии. По моему удивлению, до сих пор не продана, но надеюсь, что в ближайшее время на нее найдется покупатель. И еще есть один X3. Это, собственно говоря, двухлитровый дизель, 20D, полный привод, комфортный доступ. Это машина из самых популярных, и больше всего мы привезли из Германии. И на сегодняшний день для подписчиков ценник 4 миллиона рублей. То есть вы можете приехать и из наличия купить прекрасный автомобиль BMW X3 с относительно небольшим пробегом, с достаточно хорошим конфигуратором. Конечно, может быть, не таким полным, как хотелось бы, но в целом я считаю, что для этого автомобиля ценник более и более чем оправданный. Также бывают машинки, которые даже не успеваем снимать. Совсем недавно у нас был Abarth. Достаточно редкая машина, но мне кажется, я их больше всех привез в России. И машина была продана в пути. Спасибо, опять же, клиентам за их решительность, за их огромный просто кредит доверия. Человек из Екатеринбурга перевел деньги. Мы привезли этот автомобиль, растаможили также на центральной акцизной таможне. И машина, кстати, стояла вот на этом вот месте. Если наш клиент смотрит это видео, на этом месте она стояла. Ключи мы оставили на охране, и клиента мы никогда не видели в жизни. Он приехал в воскресенье, когда мы не работаем, и с этого самого места эту машину забрал. Вот такие вот у нас смелые люди в нашей прекрасной стране живут. И еще раз спасибо огромное. Вот они, красавцы, вот они, баварцы преимущественно. Есть, конечно, среди них и шведы, собственно говоря. Вот те самые модели, которые сегодня популярны, которые можно привезти и, соответственно, с их ценами. Также у нас есть интересный Volkswagen Passat Ultra, который тоже почему-то подзадержался. Не понимаю, хорошая машина. Кстати, все автомобили, которые вы видите, видели и, собственно говоря, привозятся, либо не имеют крашеных деталей, вторично окрашенных элементов, либо, может быть, там один элемент в самом худшем случае будет. Как правило, все машины, ну, просто как конфетки берутся, как для себя. И, собственно говоря, этот Passat не исключение, Alltrack.
с ценником в 2 миллиона 450 тысяч рублей. Также, если вдруг вы занимаетесь продажей автомобиля непрофессионально, вам нужна помощь в продаже, или, может быть, вы продаете что-то, что у вас подзависло, вы можете привести, поставить нам на комиссию, и мы с огромным удовольствием будем ваш автомобиль продавать. Грубо говоря, еще раз делаю анонс, что мы готовы брать автомобили на комиссионную продажу, в том числе сотрудничать с профессионалами. Но обязательное условие, что автомобиль должен иметь оригинальный пробег, и машина должна быть в хорошем, отличном техническом состоянии, то есть без какой-либо химии, без обмана и так далее. На сегодня, друзья, все. Вы должны понимать, что можно, конечно, привести не только те модели, которые вы видели на видео, а любой автомобиль, который вы можете выбрать на сайте mobile.de. Не ленитесь, заходите сами, выставляйте нужные вам фильтры, закидывайте ссылочку в наш Telegram-бот, и бот буквально за несколько секунд посчитает вам конечную стоимость в евро выбранного вами автомобиля. Умный бот сделает расчет за секунды. Всем спасибо, спасибо за ваши просмотры, доверие. И, конечно, самое главное, если вы покупаете автомобиль, пожалуйста, не дайте себя обмануть.